Никто из нас не стал бы настоящим мужиком без хорошего ремня. Русский бренд «Великоросс» представляет коллекцию ремней, богатству и разнообразию которой нет равных нигде в мире. Брючные ремни с классической легкой пряжкой, богатырские с солидной прочной пряжкой, православный с изображением трех куполов либо херувима на бляхе и оттиском чудотворных молитв, сталинградские с тисненными на ремне строками песен военных лет, десантные с парашютом и гимном отважных бойцов на оборотной стороне, конные с бляхой подковой и задушевными народными песнями. Русская правда с образом былинного витязя и дубрава со сказочными зверями из русского леса и множество других ремней. Ремни выполнены из 100% натуральной воловьей кожи, качественной, прочной, которая не сносится еще 100 лет. А уникальная подарочная коробка сделает ремень еще более восхитительным и драгоценным. Да, такая вещь идеально подойдет для новогоднего и рождественского подарка. И, конечно, ремень «Великоросс» будет не только статусным аксессуаром, но и вечным признанием в любви ко всему родному. Переходите в магазин по ссылке в описании. В Санкт-Петербурге начато строительство крупнейшей в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии. Уникальная ЛЭП станет первой в сети энергосистемы нового поколения и очередным достижением российской отрасли сверхпроводников. Группа Россети реализует разработки НТЦ Россети ФСК ЕС, возводя в Санкт-Петербурге самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую кабельную линию ВТСП КЛ. Линия постоянного тока длиной 2,5 км соединит подстанции ПС 330 кВ центральная и ПС 220 кВ РП-9 Московского и Фрунзенского районов северной столицы. ВТСП будет передавать до 50 МВт мощности на среднем напряжении 20 кВ. В данный момент проложено 1,5 км кабеля и ведутся работы по установке преобразовательных устройств на подстанциях. Ввод системы в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Новшеством для мирового энергостроения является не только протяженность ЛЭП, но и ее технология. Сверхпроводимость достигается при охлаждении проводников до сверхнизких температур. Для заморозки будет использоваться двухконтурная система криогенного обеспечения длиной 5 км. Высокотемпературная сверхпроводимость проводников позволяет передавать больше мощности практически без потерь. Для получения данного эффекта необходимо охладить кабель. Питерская ВТСП КЛ будет иметь следующие характеристики. Конструкция – монополярная передача с обратным проводником в конструкции одного кабеля. Класс напряжения – 20 кВ, мощность – 50 МВт. Внешний диаметр криостата – 110 мм. Криогенная система замкнутого типа производительностью 12 кВт. В основе системы лежит формер – медный металлический каркас, на который намотана ВТСП-лента. Она непосредственно является проводником. На ленту накладывается слой фиксирующей обмотки и изоляции. Кабель помещен в трубу криостата, по которой прокачивается жидкий азот. Проект в Санкт-Петербурге станет флагманским. На основе полученного опыта планируется создать сеть сверхпроводящих ЛЭП по всей стране. Это станет одним из приоритетных направлений работы ПАО ФСК ЕС – снижение потерь и энергоэффективность. Планируется разработка и внедрение инновационных технологий производителями оборудования, генерирующими компаниями и крупными потребителями электроэнергии. Применение высокотемпературных сверхпроводников в сфере передачи электроэнергии принесет множество преимуществ по сравнению с традиционными воздушными ЛЭП. Новые линии способны передавать большие мощности с минимальными потерями энергии. Они более легкие, с большим сроком службы, без электромагнитных и тепловых полей, рассеяния. Система будет экологичнее и пожаробезопаснее. Появится возможность ограничить токи короткого замыкания, повысить устойчивость сети и предотвратить каскадные отключения потребителей за счет взаимного резервирования энергорайонов. В условиях плотной городской застройки ВТСП КЛ позволит сохранить городской ландшафт и сократить площади отчуждаемой территории. Затраты на строительство при этом снизятся до 20%. Помимо пользы для гражданских потребителей, сверхпроводники можно будет использовать при строительстве кольцевых схем и энергомостов и для вывода мощности с крупных объектов генерации, таких как ГЭС и АЭС. А какой же зарубежный опыт? Работа над сверхпроводниковыми линиями электропередач является приоритетной отраслью науки во многих странах мира. В настоящее время существуют опытные системы, действующие ВТСП КЛ. Линии переменного тока в разных странах имеют протяженность. Ампа-Сити, Эссен, в Германии – 1000 метров. Бигсбай, штат Огайо, США – 200 метров. Якогама, Япония – 250 метров. Фурукава, Япония – 87 метров. Линии постоянного тока. ИЕ-КАС, Китай – 362 метра. Джею, Республика Корея – 500 метров. Ишикари, Япония – 500 метров. Как видно, российский проект станет самым масштабным. Еще ни одна сеть не достигла длины 2,5 км.
Стоимость разработки проекта, испытаний и строительства объекта составляет 3,5 миллиарда рублей. Линия электропередач – далеко не единственный российский проект в сфере сверхпроводников. Страна семимильными шагами стремится к лидерству в данной отрасли. За последние несколько лет был создан электрический авиадвигатель с использованием технологии высокотемпературной сверхпроводимости для летающей лаборатории Як-40ЛЛ. В Швейцарию были поставлены необий-оловянные сверхпроводники для проекта кольцевого коллайдера. Франция получила низкотемпературные сверхпроводящие кабели российского производства для международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР. Российские ученые открыли новый вид сверхпроводимости в соединениях галлия и молибдена. Физики МФТИ создали сверхпроводящее устройство из необия и меди, которое можно использовать для реализации энергоэффективных вычислительных устройств и устройств памяти. Специалисты в НИИ НМЭ имени Бочвара завершили разработку необий-титанового провода в рамках международного проекта по созданию магнитодетектора для проведения экспериментов по сжатию барионной материи. Несмотря на санкционную политику иностранных государств, они продолжают заказывать у России различные изделия из сверхпроводников. Российское государство, судя по всему, имеет большие планы на данную отрасль. Нет сомнений, что при поддержке правительства усилия ученых реализуются в новые сверхтехнологичные проекты. Ну и хотелось бы рассказать еще об одной отличной новости. В России завершили разработку плазменного двигателя большой мощности. Завершена долгожданная разработка в интересах Роскосмоса. Закончена разработка и испытание стационарного плазменного двигателя большой мощности СПД-230. Об этом сообщил ТАСС директор ОКБ «Факел» Геннадий Абраменков. Цитирую. «По СПД-230 мы завершили разработку для госкорпорации Роскосмос и весь цикл доводочных испытаний. Эта работа сделана на опережение, под двигатель пока нет аппарата», — отметил Абраменков. Плазменные двигатели используются уже довольно давно, и Россия одна из немногих стран, освоившая их серийное производство. К настоящему моменту на орбиту запущено более 700 аппаратов с плазменными двигателями производства калининградского ОКБ «Факел». Входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «Энергомаш» Роскосмоса. Стационарный плазменный двигатель СПД — электростатический ракетный двигатель, использующий эффект Холла. Одним из преимуществ СПД является значительно большая скорость истечения рабочего тела по сравнению с химическими двигателями, а это позволяет сильно уменьшить запасы рабочего тела, значительно снизив массу космического аппарата. Недостаток СПД – очень маленькая мощность. Ее недостаточно для преодоления силы тяжести, но в космосе мощности СПД достаточно для, например, корректировки орбиты. Для чего их используют? Более мощный СПД-230 позволит не просто корректировать орбиту, его мощности достаточно, чтобы в ряде случаев отказаться от разгонного блока. Космический аппарат будет способен самостоятельно достигать нужной орбиты после выведения его ракетоносителем. А это очень сильно сэкономит массу выводимой полезной нагрузки. Друзья, рекомендую вам подписаться на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Там мы публикуем аналитические статьи, видео, сводки боевых действий и многое другое. Ссылки в описании под видео.